Чем их тихая роскошь отличается от old money? Говорят об этом сейчас. Но никто не понимает разницы. Представь себе Кейт Миддлтон года 4 назад. Вот это называется old money, когда, может быть, не совсем современный силуэт, но есть классическая приталенность, какие-то классические силуэты, вот такие выдержанные. Они сильно устарели, но это и является old money. То есть это те вещи, которые могут быть очень статусными, но при этом не быть супермодными. Тихая роскошь — это про современные модные силуэты и при этом, конечно, минималистичный крой и дорогие ткани.